Приветствую, друзья! Продолжаем сегодня тему звука. Для начала скажу, что у меня есть из звука, вот чем сейчас на данный момент пользуюсь. Это мой любимый плеер FIO X3 второго поколения. Сюда, наверное, отставим. Это X-Duo X3 металлический плеер. Вот. И это Ruizu X06. Такой, видите, уже потрепанный плеер, потому что использую его часто, использую его в походах. Заслужил он мое внимание, видите, даже пленочку наклеил. Свое внимание заслужил за счет того, что играет долго, играет достаточно качественно. Мне его звук нравится даже больше, чем Sansa Clip. То есть вот эти два плеера – это хай-фай плееры. Вот этот плеер – это такой ежедневный плеер, который не жалко, который можно взять с собой, который играет долго, быстро заряжается. Ну, в общем, нравится. Из акустики это у нас Sony MDR-7510, профессиональное звучание, студийные мониторы. Это мои любимые вкладыши в Sony QSD-1S. Но есть еще, вот не стал доставать, это Sennheiser E4 и 7506, тоже есть акустика. Просто некуда это все брать. Так, и сегодня мы с вами... Тема нашей беседы. Сегодня у нас распаковка, друзья. Так. Нож. Сегодня мы с вами распакуем еще один плеер. Не зря я тебе показал. Плеер Ruizu. Тоже Ruizu, друзья. Скажу так, у меня было уже несколько плееров Ruizu. Может, ничего нет. И я, в принципе, доволен качеством и, собственно, ценой. Здесь видно сразу, что стирается штрих-код. Можно его вбить, проверить оригинальность. Также видим, что Почта России наша умеет играть в футбол, волейбол и всячески другие спортивные игры. Перекидай посылку и прочее. Ну, я думаю, что коробочка выдержала. Так, характеристик здесь, как всегда, нет. Если, друзья, сейчас не назову характеристики, ждите обзор. В обзоре будет все. Будет текстовый обзор, будет... Ух ты, это не пленка на экран. Это вот здесь вот была пленочка, чтобы не было повреждений. Так, давайте посмотрим состав, комплектацию. USB, микро-USB. Хорошо, что микро, потому что здесь, видите, еще мини-USB. Приходилось лишний кабель таскать с собой. Так, это гарантийный талон Ruizu. Инструкция по эксплуатации на английском. Хорошо, хоть не на китайском. Так, наушники. А, такая вот лейбла. И наушники. Наушники самые обыкновенные, но брендированные. Это я вижу сразу. Вот здесь написано Ruizu. Не думаю, что хорошие наушники, но их ложат для того, чтобы можно было как-то... Как говорят, сегмент плееров таков, что в нем должны быть наушники, что в плане купил и пошел слушать. Вот, почему я все эти плееры достал? Потому что, как видите, дорогие плееры, они все металлические. Это все металл, это металл, вот это пластик. Перед нами же Ruizu металлический, модель X05. Это X06, это X05. Вот так вот они соотносятся габаритами. Давайте это... Те, кто знает, как выглядит X2, X3. Вот так вот. С FIO тоже сравним. Оба прям реально металлические. Чувствуется, что здесь холодок металла. Так, ну и давайте рассмотрим, что у нас здесь есть. Левая грань ничего нет. На правой грани зарядка и клавиша Reset. Здесь клавиши Reset, друзья, я не видел. Здесь вот чисто сдвижной механизм был. И все. Вот. Клавиши Reset где есть? Клавиши Reset у нас есть на всех дорогих плеерах. X2 X3, FIO X3. И мы видим на Ruizu X05 тоже клавишу Reset. Зарядка здесь ничего. Сверху включение и вход под наушники. Сзади у нас так, гарантии качества и надпись, что 5 вольт 0,5 ампер он заряжается. HD Audio System, то есть они позиционируют как аудиосистему высокого разрешения.
Так, более того, здесь можно повесить на шнурок и заниматься, например, спортом. Клавиши. Клавиши. Экранчик маленький, размер, ну не знаю. Размер, наверное, даже поменьше, чем здесь. Очень напоминает экранчик какой-нибудь Sansa Clip. Включаем. Руизо. И похоже, что кнопки сенсорные. Ха-ха. Прям, друзья, очень сильно напоминает маленькие экраны, как, например, вот здесь. Ну вот очень сильно схожие экраны. Судя по всему, одной ценовой категории. Вот что здесь, вон, воспроизведение, все песни, что и здесь. Вот единственное, что, сразу замечание, кнопки сенсорные, многим это не понравится. Вот. Но с другой стороны, довольно легко, вот видим, довольно легко нажимаются. Меню. Так, давайте посмотрим, что здесь есть, есть ли хотя бы русский язык. Так, как войти в меню? Это громкость, тише, громче. Давай еще раз меню. А вот сет назад. Ага. Меню. Подсветка, выключение, время, язык. Еще раз меню. Какой-то непонятный. Немецкий, испанский, французский. Друзья, мадагаскарский, магеданский, какой-то польский, португальский, русский. Есть. Видим, что есть русский язык. Информация. Давайте зайдем в информацию. Информация о плеере. Версия ПО 14. Сайт поддержки непонятный. От 14.07.14 года. Ну, так довольно старенькая прошивка. Я слышал, эти плееры можно перепрошивать. Посмотрим. Звук кнопки. Давайте. Форматировать можно. Заводские установки. Таймер подсветки. Power off не перевели. Это выключение. Дата, время можно поставить. Ну все, да? Так. Первый у меня вопрос, друзья. Куда всунуть microSD-карточку? Здесь это было вот тут, сбоку. MicroSD-карточки – это очень удобно. Но я не вижу. Возможно, у него только своя внутренняя память. Давайте рассмотрим коробку получше и узнаем, сколько ее. Поддержка WaveFlag Ape VMA. Да, есть. Так, модель X05. Угу. Отсутствие карты памяти для меня это, ну, такой нормальный недостаток. Должна быть карточка. Так я, например, слушаю в своем плеере музыку, потом переключаю, например, сюда, когда мой плеер садится. А здесь, судя по всему, память только внутренняя. Предварительно, друзья. Может быть, я потом увижу, что что-то отщелкивается, но пока не вижу. Просмотр папок. Что-то играет. Но давайте хотя бы попробуем на затычках послушать то, что есть тут. Ух ты! Прям громко. Прям орёт. Сейчас, друзья. А, это плей-пауза, друзья. Ну, что я могу сказать? Похоже, это MP3 звучит. По качеству звука. Слушаю пока на том, что тут предложили. Сами они скинули внутрь. Поэтому на текущий момент очень тяжело ориентироваться. А вот я вижу, друзья. Вот разгадка на отгадку. 8 гигабайт. То есть, получается, внутри плеера 8 гигабайт. Так, фокусируйся. 8 гигабайт, и их ничем не увеличить. Но вот, друзья, первый недостаток. Вот достоинство, достоинство, достоинство. Металл маленький, удобненький. Вот, сенсорные кнопки. Первый такой небольшой недостаток я вижу. Второй, отсутствие карты. Вот 8 гигабайт закинул, и все получается. Хороший потенциал был вообще. Была бы карта памяти, цены бы ему не было. Даже бы сменил бы вот этот вес. Довольно легенький.
Ну, посмотрим. По качеству звука придется тестировать, друзья, потому что вот так вот была бы карточка. Вернее, карточка-то есть. Вот. Карточку-то всунуть не проблема, было бы куда. Так, ну на этом, друзья, все. Ждите обзорчика на плеер. На этом всем спасибо. Все подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем пока.